Добрый день всем любителям влажного бритья. Сегодня, ребята, у нас очередное бритье. Материальчик подрос. Надо побриться. Тем более, чем еще заниматься, когда идет самоизоляция. Значит, чем мы сегодня будем бриться, ребята? Мылом. Мылом сегодня у нас будет Grooming Depth Ingress. Очень оно мне понравилось. Очень приятный аромат такой. Свежий, цветочно-фруктовый такой аромат. Афтершейвом сегодня будет барбасол. Вот такой вот бриск. Потом станочком сегодня будет у нас Татара Масамуне. Уже в знакомой нам комплектации верхняя крышка на даче. Базовая плита Масамуне и ручка от компании Тибам. Нью-Йорк. Лезвие мы сегодня, ребят, туда поставим новое Big Chrome Platinum. Давайте как раз пока этим и займемся, собственно, чтобы не откладывать дело в долгий ящик. Лезвие новое. Ни разу им еще не брился. В этом станке. Посмотрим, ребят, как оно себя проявит. Ну, ребят, по лезвию тут все отлично. Лезвие встает ровненько, четенько. То есть, как надо. Так, дальше, ребят, чаши. Чаша у нас сегодня будет новая. Ребята с канала «Мужской мир» прислали мне еще один экземпляр. Вот такая вот новая чаша. По размеру она точно такая же, как была до этого у нас, но только чуть-чуть в другом исполнении внешне. Такая уже глазурь внутри. Снаружи и чуть-чуть другой рисуночек внутри, да. Видим такие более правильные формы. Вот. Сейчас мы туда разместим наше мыло и будем это дело все взбивать. Мыло оно мягкое. Я, ребят, беру лопаткой. Свои, как всегда. Вот. Сейчас попробуем разместить. Так. Ну, знаете, сейчас какой сразу такой нюанс всплывает. Поверхность гладкая. И мыло. Так. Надо прям лепить. Таким усилием с небольшим, чтобы оно не скользило. Посмотрим, как оно будет держаться. В старой чаше в этом плане проблем не было. Она более шероховатая была, и мыло лучше там лепилось, будем так говорить. Так, и помазочек. Помазочек сегодня будет, ребят, у нас кабанчик. Кабанчик новенький от компании Зенит. Вот такой вот красавец. Я его предварительно разрабатывал. 4 по новой схеме, будем так говорить. До этого я с кабанами так не работал. Я его 4 дня замачивал в холодильнике. На ночь утром доставал, вытирал через полотенце. Оставлял сушиться. 4 дня, значит, чтобы таких было процедур. На пятый я его вытащил. 2 раза прогнал с мылом. 1 раз просто с обычным мылом. 2 раз уже с твердым мылом для бритья. С Харрисом. Чтобы он ароматом набрал в себя. Вот. И вот, пользуемся. Так, ну что. Давайте понеслись. Много воды скрутил с него. Попробуем сейчас взбить пенку. Что у нас тут получится.
Ну да, хуже держится, будем так говорить, на такой гладкой поверхности. Сейчас водички добавим чуть-чуть. Через край пошло немножко неаккуратненько. Нам самое главное здесь загрузить помазочек, потому что мы знаем, что кабанчики, да, они склонны к тому, что могут поджирать пенку. Ну вот. Я думаю, что в нашем случае, тем более кабанчик новый, я им пару раз всего побрился после того, как разработал. Так, сейчас еще чуть водички добавим. Ребята, аромат у мыла просто чума. Наполняет ванну просто сразу. Как только тепленькой водичкой начинаете добавлять и взбивать пенку, прям... Так, ну, давайте посмотрим, что у нас получается. Вот что у нас по мазке. Вот что у нас в чаше. А сразу скажу, что при вот подготовке по мазка ни один волосок еще из него не вылезал. Так, ну что, давайте намочим лицо и пойдем бриться. Щетина практически трехдневная, так что материальчик хороший, подрос. Так. Посмотрим сейчас, как кабанчик будет работать. Я считаю, что такая щетина — это как раз очень даже подходит. Опа. Он не супер упругий такой, прям не сказать, что супер какой-то массаж тут будет. Конечно, если там синтетикой с бурсучками сравнивать. Хотя некоторые бурсучки бывают поплотнее, ребят. То есть, когда он сухой, то, конечно, да, там прям... Такой кол. Ну, когда он постоял, размочился, все пучком. Ну, я считаю, что вполне неплохо. Пенка у нас легла, да?
Давайте бриться. Так, значит, станочек Татара Масамуна, плита на даче, базовая, вернее, крышка на даче, базовая плита Масамуна, лезвие Бик. Вперед. Ребят. Я не знаю, как будет дальше, но пока мне это очень нравится. Один раз побрился, ребят, зеленой астрой после не очень удачного опыта с опаской опять. Честно сказать, не понравилось. Думал, наоборот, получить такое мягкое, чистое бритье, но... По ощущениям, было некомфортно. Ну, может быть, еще можно списать на то, что... после опаски кожа была сильно раздражена. Может быть, на это. Так что как-нибудь еще прогоним астру. Так, ну что, первый проход, ребят, завершен. На щеках отлично, вот тут чуть побольше. Осталось на щеках вообще супер. Сейчас не будем умываться, а прям вот так вот. Раз-раз. Так, берем помазочек наш и второй проходик. Как-то так.
Убираем сразу в ноль. Пока что, ребят, лезвие, станочек, будем так говорить, идет очень комфортно против роста волос. Так, тут у нас все вообще отлично. Ребят, по подскольжению могу сказать так. После мыла вот сразу, да, вроде кажется, что мало, но как добавил водички, прям сразу такой каток-каток. Пропустит, что ли? Чтобы все было. Чисто. Идеально чисто. Все. Так, ну что, умываемся, наносим aftershave и подводим итоги. Отлично. Так, ну что, как мы видим, никаких красных точек, ребят, никакого раздражения, ни порезов, да, ничего нет. Кожа, ребят, вообще прям, фу, такое ощущение, как будто ее, знаете, не брили, а каким-то бесконтактным методом побрили. Просто вообще идеально. Но aftershave у нас есть, и им надо воспользоваться. Пластиковый флакончик. О, дозатор такой конкретный, ребят. Выливать надо осторожно. Так. Возьмем. О. У нас спиртовой. Пошел сначала такой аромат тархуна. А насколько он спиртовой-то у нас? Что-то
Ребят, не могу найти. А, 40 градусов, по-моему. Если правильно. Приятный такой аромат тархуна и холодок. Где-то мята такая. О, вот такой весенний, летний вариант хороший. И я не думаю, чтобы он был слишком стойкий аромат. То есть вполне себе. О, отлично. Так, давайте подводить итоги тогда по сегодняшнему бритью. Начнем с мыла, наверное. Ребят, ну, мыло подтвердило лишний раз свой класс. Очень мне нравится это мыло. Есть у меня еще один продукт от компании Grooming Depp. Надо будет как-нибудь попробовать его открыть. Но вот данный Ingress вообще... Аромат такой приятный, но не навязчивый, такой легкий, цветочный, очень классный. Что у нас в пене, что у нас помазок? Что у нас в чаше? Значит, вот что у нас осталось в чаше, ребят. В принципе, мы брали только из помазка пену, поэтому как бы тут еще на два прохода, я думаю, вполне хватило бы. Ну, то есть, еще один человек, в принципе, смог бы побриться. Вот. Так, ребят, что по чаше? По чаше хочу сказать следующее, значит. Скорее всего, более эффективно она будет работать, если вы сначала загружаете помазок в баночке, да, например, с мылом, и потом переходите работать в чашу. Если вот так вот размещать кусочки мыла, то... Все-таки более проблематичный из-за того, что более глянцевая поверхность. Но зато внешний вид более эстетичен. Тут не спорю. И также вот пока ее мыл, чуть-чуть столкнулся с тем, что за счет того, что глянец на поверхности, она более скользкая. Но вот эта вот часть основания, да, видим, ребята его не стали глянцем покрывать. То есть тут также все ухватисто и хорошо. Вот такие вот выводы у нас по чаше. Еще раз спасибо большое ребятам, что присылают свои чаши на обзор, чтобы вам показать. За счет этого мы можем посмотреть там плюсы и минусы различных исполнений. Значит, станочек, ребят, ну, не устаю пока я восхищаться им, удивляться в лучшую сторону. То есть, пока мне он очень нравится, со всеми лезвиями, кроме вот Astra, да, то есть, Perma Sharp я в нем тестировал. Что-то еще же было. Perma Sharp. Ну, соответственно, Big, зеленый Astra мне не очень понравилось. По-моему, еще был Gillette. Gillette тоже нормально. Вот, уже забыл. Вот, так что я думаю, что следующим разом уже пустим комбинацию крышка на даче, плита на даче. Там гап уже будет за единичку, по-моему, если я не ошибаюсь. И, соответственно, ну, какое-нибудь более мягкое лезвие поставим там, посмотрим. Может быть, дерби какой-нибудь, что-нибудь там, нарою в загашнике. Вот, Aftershave, ребят, барбасол. В Штатах он стоит, ребят, блин, то ли $1.5, то ли $2, ну какая-то вообще какие-то копейки. То есть там он стоит в супермаркетах на витрине, и, пожалуйста, покупайте. Еще есть зеленый вот этот, еще есть синий там, типа, с ароматом морской волны, будем так говорить. Но у нас он сейчас стоит там где-то плюс-минус 500-600 рублей, если я не ошибаюсь. И порой проблематично его найти. Вот. Если отталкиваться от цены американской, то, ребят, вообще классное средство, да. Ну, за 500-600 рублей так для разнообразия можно взять. То есть, кому нравятся такие вот немножко травяные ароматики, вот как тархун, мята, пожалуйста, на лето классный вариант. Высох мгновенно, небольшой охлаждающий эффект.
Ну, небольшой ароматик есть, но это, я думаю, на час-полтора край. Так что, ребят, вот такое бритье сегодня получилось. Как всегда, лайки, комментарии. Если что-то хотите спросить там в личном характере, еще что-то, почта, Инстаграм, как всегда, в описании будут. По ссылочку на канал «Мужской мир» и на их страничку ВКонтакте оставлю под описанием, как всегда. Заговариваться начинаем. Так что, ребят, всем хорошего дня, всем хорошего бритья. И давайте будем осторожней, пока у нас карантин. До скорых встреч. Пока-пока.